составе сегодня выйдут на матч хозяев. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Сегодня у них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. Конечно, исторически это немножко преувеличение, но однажды из-за футбола началась война. Ты знал об этом, Константин? Да, Георгий, действительно, я читал об этом. Поражение сборной Гондураса по футболу от сборной Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа чемпионата мира по футболу стало непосредственным поводом шестидневной войны между этими странами в далеком 1969 году. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Пас на ход, может быть интересно. Нужен навес. Оставляет мяч. Вратарь выходит, забирает мяч, но не забросит в свои ворота. А жаль, было бы весело. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? И о Дмитрии Паете нужно сказать несколько слов. Он замечательный. Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам понравится. Сегодня Труа встречается с Марселем. Как ты думаешь, какие задачи команды решают вот в таком товарищеском матче? Ну, мне кажется, матч, если и не представляет особого интереса для болельщиков, то для нас и для самих игроков он очень интересен. Потому что новые тактические схемы, и игроки хотят себя, разумеется, проявить. И посмотреть на все это чрезвычайно любопытно. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Сегодня у них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. Конечно, исторически это немножко преувеличение, но однажды из-за футбола началась война. Ты знал об этом, Константин? Да, Георгий, действительно, я читал об этом. Поражение сборной Гондураса по футболу от сборной Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа чемпионата мира по футболу стало непосредственным поводом шестидневной войны между этими странами в далеком 1969 году. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Пас на ход, может быть интересно. Нужен навес. Оставляет мяч. Вратарь выходит, забирает мяч, но не забросит в свои ворота. А жаль, было бы весело. Хорошая обратка.